Роспотребнадзор оштрафовал образовательные учреждения «Асбеста» на 60 тысяч рублей. С сентября 2018 года по настоящее время специалисты Асбестовского Роспотребнадзора провели более 30 проверок. Как в отношении организаторов питания, заключивших договора на питание с образовательными организациями, так и в отношении образовательных организаций, осуществляющих питание детей самостоятельно. В ходе надзорных мероприятий контролировалось соблюдение требований санитарного законодательства, а именно материально-техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние пищеблоков, рационы питания детей, качество и безопасность поступающих пищевых продуктов, готовых блюд. Среди основных выявленных нарушений – отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность поступающих продуктов, несоблюдение утвержденных норм питания, а также условий и сроков хранения готовой продукции и продовольственного сырья. Кроме того, отмечено несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при допуске персонала пищеблоков к работе. По всем выявленным фактам нарушений санитарного законодательства вынесено 6 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей. Кроме того, выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений руководителям учреждений.